Покупайте автозапчасти в сети магазинов «За рулем» и выигрывайте автомобиль! Вручение наград – это признание за хорошо поставленную работу. Прошедший осенне-зимний период доказал – слаженность – залог успеха. Этот осенне-зимний период прошел лучше, чем предыдущий. Меньше аварийности. Вообще в целом более устойчивая работа всей энергосистемы. И понятно, что ничего просто так не бывает. Вот просто так вот вдруг стало хорошо. Нет, это, конечно, ваша работа, это работа всей команды. На основании этих проведенных аналитики готовят следующие направления проведения ремонта, конституционных программ и, соответственно, организационных моментов при подготовке прохождения следующего зимнего максима, которое, правильно сказали, что основная задача энергетиков – это обеспечить надежность, комфортные условия для наших потребителей. Указом главы республики директору филиала МРСК Сибири «Бурятэнерго» Андрею Меделянову присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Бурятии». Еще 4 сотрудникам вручены почетные грамоты правительства Бурятии. Это самое тоже знаковое событие на сегодняшний день в моей карьере. Получить признание со стороны правительства Республики Бурятия в проделанной работе, вложенный вклад в повышение надежности Республики Бурятия и обеспечение бесперебойного электроснабжения населения. Это оценивается не только действие какого-то личного человека, это оценивается действие всей компании. То есть здесь нас представлено было 5 человек, но это на самом деле как бы частичка всего коллектива дружного. Подготовка к следующему зимнему периоду уже началась. Садном Иртынеев, Андрей Дармаев, новости дня.